Уже да. Что-то суровое намечается. Ладно, сейчас я Ну начинаю что, запись и Виномансер ДК. погнали. Виномансер ДК топ, Бисмастер мид, Вейерхард и Чен в своем лесу. А ну, Дубас, давай зачитай. Чё зачитывать? Давай, доброго времени суток всем и так далее. Ну, доброго времени суток, с вами Старладер Каспер. Не смотрите его никто. Меня заставили. Моя мама у них в заложниках. Да-да-да. Понятно. Так, ну, в общем, друзья, у нас сейчас идет финальная игра, по сути, то есть битва за квоту в квалификации под номером 8 за выход в ProLadder. Вот так вот скажем. Играет команды... ProLadder. Да, ProLadder. А потом еще надо докарабкаться до StarLadder. Не, ну в ProLadder тоже будут свои призовые. Там $1500 будут призовых, типа, немного, но все же. О, братюнь, так я хочу туда попасть. Так, и... Мне надо везде нахоботить. Ну, я-то понимаю, что ты еврей еще тот. Везде нахоботить ему надо. В общем, играет команда FS, играет команда Окно. Пики следующие. Чен на уровне. Чен, Кави, или Кев про игрок, или Кави про игрок. Кави про игрок, да, у нас играет, собственно, на Драгонкнайте. Мило у нас Бистмастер, Крот. Виндранер, Fucking Bad у нас на Виномансере и команда FS. Кто на Тайтхантере? Кто у нас на Тайтхантере? Он Kills, Лич, Стигма на Квапе. Prepare for Battle, отлично. У нас играет, собственно, на Ancient Operation и Зара на снайпере. Все, я свою часть сказал. Дубас, можешь теперь говорить. Так, а я вот покурил как раз. Теперь я подхожу к компьютеру и могу говорить. Подожди. Смотри, такой виномансер на хосте пробежал. Ребят, здрасте. Ты половину угадал? Что-то именно, ну, типа... А, мид, бисмастер мид. Ну, бисмастер мид? Ну, да. Ну, бисмастер мид, это понятно. Там, кстати, веник жестко так прохарасил лича. Ну, да. А лич с новой. Не по шансам. Да, вообще жесткий лич. Но они кстати, хотели, квапа лич, сделать. Я вот недавно же стоял такой линией. Нормальная линия. На дигнутос. Ну вот тут Dragon Knight пока один стоит, но, понятное дело, ему тут пока Виномансер будет пулить крипков. Не дабл пломи, хотя вот я не знаю, почему... Опа, сейчас стан. Дал стан и убил крипа. Красава, Ван. Дал стан и убил крипа? Да, он дал квапе только что стана, чтобы убить крипа. Ну, красавчик, чё. Да? Ну, у него все равно мана простаивается. Ну, а что делать? Пусть регенится. А там Тайдхантер в эрке заходит, не дает фармить. А в эрка без одного крипа. Второго, все, второго. А теперь, брат, набираем. Так, Гаш. Иди сюда. А, там в первый, еще... я думал, сейчас Энхра Смэш будет, там еще какой-то по лицу. А тут снайпер фрифармит. Да, снайпер там нормально. Он себе, кстати, правильно сделал, купил лезвие для того, чтобы нормально можно было контролить, без всяких напрягов. Да, ну только вот у него ВРК донает мобов вообще спокойно. Ну да, да. Не, ну он правильно, по сути, все делает сейчас, то, что берет лезвие, там, тапочки на агилу. И то видишь, и второго... он, так, ему дамаги просто не хватает. Да. Он типа все правильно делает, но тупо да. У ВРК больше дэмэджа. У ВРК там 58, а у него сколько там? Да, у него там 53. Ну и то, 58 у него родных своих, по сути, то есть. Да. Там еще плюс-минус, там 5 урона. Так, залетает тут стигму, нормально тоже пробили. Что-то там драка. Драка, да, драка. Да, тут Кави, кстати, качается вообще без крови драконий. Поэтому реген у него не особо хороший, но придется ему сейчас, видимо, потратить тангусик и один раз еще где-то влезть в драку и потратить фласку. Попа со стиками. Попа со стиками. Он лич забирает крипов у копы. Ну, правильно, что. Правильно, я тоже так делал. На варды надо, сука, ты папа. Да, да, да. У меня это самая крутая отмазка. Мне надо на варды и там минус 5 крипов у пацана. Да, сам себе сапоги. Сам сапоги. Пиры пошел, поехал. Да, да, да. Слушай, ты, блин. Ты по моей стратегии. Опа, Тайдхантер, Тайдхантер ворует руну. И давай, давай, без мастера с ботлом нарезать. Иди сюда. И тут подходит аппарат. О, кстати, такой неожиданный поворот событий. Не, если бы Тайдхантер, например, дал гаш дал во бы, время. Не, не дал бы сразу гаш, а да, дал. Да, да, да. Смотри, убили аппарат. Убили аппарата просто в наглую. Да, и это First Blood. Красивый, кстати, First Blood. Да. Чен, красава. Почти как ты, Дубас. Не, ему далеко. То есть ты бы убил
Operation еще на подходе к тауэру? Нет, я бы убил бы аппарата. А, не... я понял, понял. А я не бесмастер убил бы аппарат. Хорошо, окей. Stop it. Ну, First Blood, в принципе, получился весьма неплохой. Мне понравилось, как все было сделано. А что там у Зары, да, по крипкам? Сейчас посмотрим. Зара. 13 на 4, 9-6 у Windrunner. И там сейчас на топе, скорее всего, будет какая-то заурушка. Нет, нет, просто плотная, достаточно контактная борьба идет. Ну, самое большее это у Чена. 14-0. Ну, абсолютный статс. Он всех убивает, те, что ему дают. Да. Так, Рексар оставил, быстрее скелетик оставил, чтобы респ не появился. Красава, красава. Красавчик. Да, и респ не появился, сам себе засветил. Так, там показывают, что иллюзия лежит. Забегает лич. Ну, лич. Лич. Разбил. Нормально, да. Разбил. А хотя он мог ее забрать. Мог забрать, он реально успевал. Успевал, да, он побыстрее, чем Бесмастер. Потому что Бесмастер у него в курице, ну, там, лежит сапог, но он не может принести себе его. А не, он С3, как сказал, сразу несет. Ну, там у Бесмастера, вот я только что посмотрел, там у него МС, да, на пятерочку поменьше, и находились они примерно на одном расстоянии, то есть, в принципе, лич все равно должен был доставать первый. Да, Бесмастеру не везет уже со второй руны. Две руны у него из-под носа ворует. Просто. Да, и он вынужден, скорее всего, сейчас своровал. Курицу обузить просто с банкой. Нет, просто принес ботинок, забил на курицу, будет ждать еще целую минуту. Ну да. В то время как АА, например, сейчас может просто прийти там через Cold Fit, его там жестко так напрячь, что тут даже крипам не подойдет. А сегодня где АА бабки? Подожди, там курица летит, да? Mm-hmm. А, сапог. Ну что-то сапог ботал и ботал и просто сапог. Не, ну в принципе там Бесмастер скуповался на фаст ботал. Типа через 4 ветки, 2 танка или что-то там такое, да, было? Ну что-то в этом духе. Опа! Залетает сразу сюда у нас в онкиллса дагер. Да, еще задули. Папа тоже откидывает дагер. Ну я думаю, ДК умирать должен. Ну по идее должен, да, еще одну плюшку сейчас хлопей. Не залетает стан, но все-таки умирает. Dragon Knight и стигма, юзает стиг, должен уходить. Он выживает. Да, он да, 3... да. А, вот фласку только сбили, обидно. Там просто нету сапога. Ой, да, да, да. Так бы он бы догнал. О, еще и птичку форманул. Отлично. Ой, а теперь кабанчик должен покарать. Да, 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 смотри, а кабанчик-то карает. Иди сюда, родная. Нет, не хочется таки идти сюда. Ну, Чен пятого уровня. Ну что-то. Ты уже по таймингу проверяешь? Да, 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 да. Да нет, он совсем скоро, там уже будет шестой, ему там буквально еще полторы кучки. Не, к тому, то, что что-то он не выходит. Раз вышел, убил и сидит в засаде дальше. Хотя... Ну, он у меня вообще мои воды смотрел. И учился. Имеет смок, имеет все дела. Так, смотри, там снайпер уже, кстати, с фейзами. Ну да, там уже атаки так хватает. 77. Как бы фейзы у снайпера такое достаточно интересное решение, как у меня. Не, ну типа такое. Много кто собирает, ему так. Фейзы, Яша, Малшторм, поехали. Ну, может быть, может быть. Так, что у нас там? Прилетел опять квапа на топ, прилетел опять же туда лич. Точнее, лич там так и стоит со своим стиком с нулем зарядов и вообще просто голый лысый. Так, стигма. Ну, стигма много маны, я не знаю, что там Виномансер собирается делать. Посмотри за Ченом, это опасно. Пятый уровень, он с одним мобом нападает на Парэйшена, я так понимаю. Или на... На кого-то он решил напасть. Но вот то, что внизу сейчас будет атака, скорее всего. На вот. Снайпера под ультом сейчас просто Бесмастер будет заходить. Да, закидывает топоры, прорезает лес. Тут уже Тайтхантер рядышком. Тайтхантер может жестко помочь. Должен быть сейчас какой-то гаш. Да, еще и ульт аппарата залетает. Хорошо попадает здесь. О. Да, посмотри, что происходит. Ну, вышка просто аннигилирует на самом деле. И вот сейчас Тайтхантер, да, топоров склеился очень быстро. Но вот что-то ульт аппарата как-то не это... Не видно. Не посчитала, да, он что-то залетел как-то, но не залетел. Что ВР-ка там, в принципе, как находилась, как стояла, так и стояла. Сейчас Чена убьют. Так убьют ведь. Да, вот и все, типа, до свидания, по идее, Чен. Дагер, еще пару плюшек, хотя ДК уже рядышком. Чен, да нет, Чен. Должен убить. Ну, Акаша, покажи скилл. Да квапа, смотри, опа. Она очкует, смотри. Очкует, ульт аппарата залетает, ну, должен быть еще плюшка, хорош, да. Заряжает, четко, и квапа ныряет, отличный дайв, но вот сейчас посмотрим, хватит ли ей хпшечки, чтобы выстоять, нет, не получилось, и заканчивается действие. И тавер еще заберу.
Да, еще вышку сейчас заберут. Ну, Тавер, добей, алло, ДК, ты куда побежал? Ну вот, красава. Немножко не хватило, на самом деле, вот этот стан от Dragon Knight, он вообще зарешал все, по сути. Что ей там очень много взбрили хп. Ну просто, типа, аппарат ульт свой кинул вовремя, и Квава подумала, что, мол, они без регена, там все дела. Письмастер убьет, не? Нет, да топорами нет. Не докинул. Какой-то слабый, каша мало ел, наверное, утром. Бисмастер. В том смысле, дай ультим, да, достанешь топорами. Гениально, слушай. Дубас гений. У него денег что там многовато. А он, походу, что будет там сразу собирать? Не знаю. Да и то ультимом аппарат в пятый. Квиномансер забревает в миде. Да, и сейчас внизу, возможно, будет какая-то стычка, потому что там стоит сейчас Тайдхантер. Тайдхантер, кстати, почти шестой. Вот, тоже очень интересный момент, тоже очень важный. Ну, снайпер, снайпер фейзы. И 1300. Слабовато. Я на кого ставил? На правых. На скоржей. Да. Умно я все ставлю. Хотя, если честно, я сам не помню, на кого мы ставили. Не-не-не-не-не, я на скоржей ставил. Я помню. Смотри мне. Что им еще нужен? О, Тайд. А лич не шестого. Да, а у Тайда Боже, да, лич да, сейчас... Да-да-да, посмотри. Не, лич не умирает. Да, лич умирает, там варды, умирает, там умирает. 4 варда по залпу. Не, просто я просто смотрю, то, что пацан, ну, на бисмастере... О, еще и хорошо, ну, плюшку, опа, даблкил. Ну, почти даблкил, снайпер забирает один из фрагов. Виномансер все-таки забревает здесь Тайдхантера, но Тайдхантер успел разменяться. В результате еще становится 5-7. Вышечка погибает, снайпер ее денает, немаловажно. И пока что команда... Команда Окно по-прежнему продолжает лидировать по деньгам, по идее. Да, они на 3500 впереди. Что можно увидеть из графика. Ну и Dragon Knight собирает урну, что ли. Ну, две перчатки. Не знаю, что он там будет себе собирать. Наверное, было бы логично собрать хотя бы одну урну на команду. Судя по всему, она будет именно у него. Да, скорее всего, именно так и будет. Что у нас там внизу? Тайдхантер, понятное дело, только что уже там все свое покидал, покастовал. Стигма на квапе, 664, ботл, грейджный стик, тапочек. На топе пока у нас лич, лич вообще даже без ботинка пока что. И Ancient Operation. Стоит, смотрит, в кого бы кинуть ульт, я так понимаю. С баклером. С баклером, да. Ну, нормально все у него. И нуль талисман. Я и все? Есть баклер. Вот сейчас сюда нужно закидывать ультимейт. Ну, забирают, нет? Да, забирают. Тайдхантеры нанизу. Ну да, да, там сейчас Тайдхантеры внизу забирают всей своей толпой. Боже, ты видел ульт этого бисмастера сразу задолжил? Не типа, понял. Дает ульт? Типа... Пассивка сработала, сразу пассивка, сработала. Да. Или как-то так. Надо посмотреть. Ой, хорошо залетело. Ой, сейчас плюшку еще одну повесить венику. Ой, веник не знает, куда ему деваться. Ой, лич попался вообще не в тему. Боже, такой провал. Он киллс, вот это да. И он, походу, даже ТП-шнулся, ну, не живой, то есть. Ну да. Не полностью. Чуть-чуть накоцал. Ancient Operation killed кого-то. Кого? А, вон его убили, тьфу ты, ё-моё. Я что-то не понял формулировки, думаю, как он там мог один убить кого-то еще и без ульта. Да, забрали его здесь Кави и, собственно, на уровне. Акачен. Акачен. Да, ну и проблемы. Проблемы у скоржей. Проблемы. Каких скоржей? У сынтов, алё. Ну, да, 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 я именно это хотел сказать, я оговорился, прошу прощения. Ты тут на моих пацках не базарь, окей? Дубас, нужен... Тут ты мне как раз нужен, чтобы меня исправлять в таких ситуациях, потому что я потом как что-то ляпну, и потом сидят, он ошибся. Понятное дело, что ошибся, это уже 5 часов разговаривать. Где тогда ошибешься? Да, Дубас? Да, бисмастер с худом. С худом? Да, красавчик. Ну, по сути, да. По сути, тут пайк будет вообще очень полезен. Потому что тут лич, тут аппарат, тут тайтхантер, тут квапа. Сейчас драка будет. Ну, мне кажется, драки тут особо не будет. Хотя и у лича есть. Вот, лича увидели. Да-да-да, лича увидели там сейчас. И у лича есть, кстати. Только не правильно. Все есть. И сейчас на развороте успеет зарядить. Чайник, да, полетел чайник. Вроде неплохо рикошетить, хотя в иллюзии больше попал. Тайдхантер ультимейт попадает по двоим. Дабл килл от Бистмастера уже, и сейчас трипл еще и третий будет давай. Враг, судя по всему. Ну, да. Тычку ой, дать. Еще тычечку дать, нет, Гаш залетает, еще плюха, и Тайдхантер выживает, забирает Бистмастера, и тут еще и Зара. Зара уже, кстати, с Яшей неплохо.
неплохо, там нормально дамаги, и Чен, Чен сейчас может умереть. Не может, а он умирает, он замерзает, и минус делает Стигма, минус 4. 1 в 4 размен. Как тебе такой поворот, а? А? Выкусил? Выкусил. Да, ну просто... А ДК-то в фарме? Да, вот я только хотел сказать, что ДК не было, вот это, конечно, совсем другой разговор. Но у ДК что там, Soul Ring? ДК мне выигрывает пиво. Так, и Армлет он собирает, насколько я понял. Либо Доминатор сразу будет. Может и Доминатор, кстати. Через 50 копеек проверим. Через 40. Да, да, да. Вообще они как-то неграмотно только что убили Лича. Типа видят Лича там и начинают оббегать через руну. Ну да, там слишком много времени потратили. И а так бы в спину зашли сразу через... Тогда же в лоб просто залетели бы с ультом, там, Бесмастер, я просто не видел, был у него или не так был. Так Бесмастер мог, во-первых, топорами вообще лес прорубить здесь и сразу себе там проход. Ну да, открыть. Да, да, согласен. О, 1000 денег, ДК, Доминатор. Я бегу покупать Доминатор, говорит. И купил Доминатор, да? Да. Да, и купил Доминатор. Ну, все правильно. О, цепанули Стигму, отличная прошивка, еще и Шекл попадает, кто под Шекл? Бедная Квапа, как мне ее жаль. Ну вот там сейчас еще. Бесмастер с пайпом. Все. Ну да, это да, все, я согласен. Это уже победа команды Окно, судя по всему. И кажется, команда Окно выиграет первую квоту. Гоу ливать? На пишем типа, пацаны, ну все, короче, тут все понятно, мы ливаем, да? Да, да, да. А прикинь, у ФСов какая дизмораль будет жесткая. Так, ультапарата. Никуда, понятное дело, потому что Веник все это видел. Шекл мимо! Ой, все мимо. И топоры мимо, все мимо. Да все мимо, там просто чудеса доджинга показывает нам игрок команды FS. Как там, prepare for battle, ну да, точно. А ДК тут на крысу сносит. Да, у ДК там уже сейчас нормально будет денежек, но сейчас там соберете какой-нибудь, да либо что, по сути, БКБ, и все, и будет убивать. Квапа без арканов, это не квапа. Сразу point booster. Доказано дубасом. Ну, может, ДК рассчитывал на какой-то быстрый аганим, но, видимо, что никакого быстрого аганима тут в помине нету. И снайперу без маны тоже, кстати, прискорбно, тем более, что он сейчас будет 11 уровень, и мана ему нужна очень сильно, чтобы ультра раскрыть. А фаст аганим квапе тоже плохо. Ей надо к 16 уровню. Вот это самое оптимальное. Потому что ты тот же самый урон и с потерей меньшей маны нанесешь просто с этой, с третьего скилла. Ну, по сути, да. Так что ей только аганим к 16 уровню. Арканчики там, ну талисманчики, все дела. Зачем выкидывать бабки просто так на ветер? Логично. Вот, а вы, люди, слушайте и принимайте себе на заметку. Так, виндран. Встряла маленько. Снизу тавр упадет. Да-да-да, тут сейчас снизу идут. Ну тут один лич стоит, он вообще ничего не может сделать, у лича до сих пор нету. Ну он хавает мобов, чтобы быстрее запушили, говорит, пацаны, я сдаюсь. А не, смотри, тут бомбардиров. Да, идут, посмотри, и залетает ульта по рейшу на трассы, попадает только по Рексару, и Рексар сразу тук-тук-тук-тук-тук. Так у него хастайм. Побежал. Тавр задунаю, тоже что нормально. Или подожди, Бесмастер не хочет не дать. Бесмастер не сунется туда, потому что ему там сразу навешивают. Он хочет. Ну хочет, да, но хотелка у него не доросла еще. Так, там Виномантер, да, прессует и залетает сразу, и ульта Квапы, и отличный шаклшот. И fucking bad, и хилочка еще залетает. Посмотрите, пайп, что пайп, происходит. Да, и пайп заевейдил. Дамаг от Scream of Pain. Вот такие у нас дела. Такие у нас раздачи. Аспер мне должен 3 бутылки пива. У нас тут вообще отлично. Я тут, как я говорил уже, чувствую себя шаурмой, знаешь. Ты всю свою зарплату мне скоро отдашь. Еще с тобой пострим. Походу так и будет. Я просто больше не буду спорить, и все. Да, а ДК там уже вышку эту пинает. Минуты 3, наверное. О, посмотри. Какой ульт агрессивный, ты посмотри. Ну забрали, слушай. Так это уже третий тавер они пинают, слышишь что? Алло. Верните моей команде бабки. Ну, на 7500, там почти на 8. Ну, было бы там на 9 было где-то. Ну да, да. Почти на 8000. Вот Квапа бегает своим поэт-бустером, ничего сделать не может. Так, вот потом напишешь Стигме в мерке, скажешь, ты Квапа не ок.
и покажешь ему, как надо играть. Вот будем на когда буду 9-й квалик? Я не знаю. Через недели две, сказал Кипер. Ого, да это много. А чё так много? Давай нам завтрак. Время команды, чтобы зарегались. А мы там зарегаемся еще пару типов и поехали. Кипер будет с нами шпилить? Спрашивает, будешь с нами шпилить? Да. Он говорит, что он рак и не умеет. Да какая нам разница? А он говорит, что он с нубами вообще играть не хочет. А, вот так. Особенно с дубасом. Я все понял. Динамо лохи. Он тебе передает, что он тебя не слышит и что он тебя не боится. Я понял, конечно. Всегда так говорит, до встречи. А потом, братюня, прости, прости, прости. Прошу прощения за все свои грехи. Так, что там у нас? 10-14 и ни одной Т2 вышки. Это, мне кажется, не самый лучший знак. Какой Т2? Тут Т1 еще все стоят. Не, я... Чувак, ты... Это рэпчик. Ты, кстати, Квапа забирай. Нет, кажется, не забирай. Нет, она-то не убивает. Посмотри, она просто на разворот уходит. Зассала. Да, очканула Квапа. Ну, там с нее просто аж течет. Посмотри, ее виномансер как обвафлил. Вот все, она только попустила бедолагу. Месячные у подруги погнали. Да там такой зеленчак сочный течет, что просто маму не горит. Мне блевать немножко хочется. После таких фраз. Ну ладно. Я попробую придумать что-то изощрённей. Виномансер с барабанами. Так, ну чё, найдут они сейчас виномансер способ, бегает, как зайти на базу? Или не найдут? Нет, это вообще вот эти... Вот это больше не на барабаны, это на... Как они называют? Маракасы. Маракасы выносливости. Новое название артефакта. Что там Чен хилит? Я не понимаю. Так оно так и есть на самом деле. Ну вот какие-то барабаны. Вот это маракас выносливости. Вот маракас. Это. Ну что, я не прав, что ли? Прав. Я не вижу палок каких-то там поверхности плоской, куда барабанить. Так что все нормально. Что там у снайпера? Я что-то за него завтыкал совсем. А, у снайпера уже мантастайл. Через 50. Через 50. Уже. Тише, у меня что, дилей что ли? Пошел, у меня еще не уже. Ну вот. Ну, вот. Еще 17 копеек. Ну ладно, он говорил. Нет, то что вот это вот, посмотри, они в лесу тут натворили, это хорошо. Подфармливают тебе на шумок. Так, да ну снайпер уже там манту себе закупил. А ты посмотри, что там пацаны фармят. 15 респов больших сделали. О, нормас, у меня аж FPS упал тут. А Рексар стоит, чисто экспу чает, чайка. Так правильно. Не, так и он топорами своими там еще вкидывал туда. Но что-то деньги... мне кажется, вклад ДК больше, чем топоры Рексара. Убийство этих респов. Не, нормальная вещь по поводу этих пулить много респов там. Ну да, на самом деле, то есть ты там в нужный момент пошел, у тебя куча денег, куча опыта. Мне нравится, понял, когда идешь соло хард, идешь на соло сложную, и против тебя трипла стоит, ты, соответственно, стоишь здесь под тавером, правильно? Ну, каждую минуту ходишь, тут пулишь, и там к 20-й минуте приходите в пятером сюда, тут 15 респов этих больших зафармили, блин, и убежали. Прикольно это все. Ну, логично. Ну ДК тут нормально себя чувствует, там шармлю, там все дела. Армлет? 100, да. Так и называется. Армлет. Вот мне нравится, Dota 2 артефакты вот просто гениально названы. То есть если там в первой Доте там все такие мифические названия, какие-то красивые, такие да. Грациозные. Тут Баклер, Армлет. Все. Там все легко и просто. Шилд, да, там еще какая-то фигня. То есть нормально. Тут веник опять рискует. Они, блин, ну зажались. Ну в том смысле, то, что они доминируют, скажи скорее, но они сейчас не знают, как правильно зайти к ним на базу и снести. Умирается этот ножик из спины торчит, как у виномансера, ну, посмотрите. Да.
Кровь течет. Да, да, и кровь течет. Ну, походу, в этот раз... О, нормально. Ой, такой головашот ему снайпер только что отвесил. Так, и все сразу на базу. Дефить мид, насколько я понимаю, да, потому что там уже ДК вплотную подошел. Хотя от кого уже дефить, если меня подожди, не подожди, а где там Аегис же еще есть? Есть. Сколько там Аегису? Не знаю. Не написано. Ну да. Я забыл засечь, так, по-моему, не Рошана убили. Эх ты, дубас. Не, типа, ну всегда засекаю. Не, ну типа нормально. Смерть Рошана. Ну, очень часто забываю, конечно. Ну, когда не забываю, всегда засекаю, но... Не, я всегда засекаю, я все время забываю, все время какой я засек. Я понял. Ну, это уже отдельная тема для разговора. Ну что, убили, а когда, не помню. Ну, нормально. Так, ну что там у Рексара? У Рексара медалька, пайп. Где у нас здесь Верочка? Верочки Миказма. Делает форстаф. Форстафер. Или догон. Я бы догон сделал с нулем. Ну или догон. Нормально. Да, догон, типа, не знаю, слишком аркадно, что ли. Там снайпер умрет с пауэршота догона, блин. Ну и гаш. Ну не гаш, топоры какие-то залетят. Да, там 1000 хп. Не, ну в принципе уже манта стайл есть, уже там можно как-то мансовать. Но все равно. Особо живучести особо манта не добавляет, по крайней мере, снайперу. Да, виверу. Вот, там уже на 14 тысяч перепак. Ну, понятное дело, что на 14 тысяч. Там вышек сколько перефармили и ходят. Да, у них 3 тавера сдынаяли, алло. Не, просто они засели на базе, вообще с базы не выходят. А эти фармят свой лес, их лес, все три линии. Ну да, тут перефарм идет очень плотный. Чен с аганимом, все. И только у него ультимку в кулдауне, он еще юзал его без аганима. Типа, это плохо, то что знаешь, когда ты юзаешь без аганима, аганим подносишься, все равно надо будет ждать. Да, кулдаун все равно типа старый остается. Надо как-то с этим придумать, то есть, знаешь, типа, либо урезать просто в процентах, знаешь, чтобы кулдаун сразу резался. Да, смотри, заходит сразу же на ХГ, ловит колдфит, здесь Рексар, будет он замерзать. Да, он танк очень сильный, да, заходит здесь, Тайдхантер попадает по троим, еще ульта Парыжда полетел, отлично, ульта Парата залетает до маги, только не наносит, чайник полетел, и чайник тоже нормас, вроде нет, только последний ушел, крипов, минус Рексар, посмотрите, 1-3 размен в пользу команды ФС, 1-4 уходит одна только Виндранер. Не, Бесмастер, ну он тоже, наверное, умрет. Да, Бесмастер сейчас умрет. Снайпер ультим должен дать, или нет? Да нет, смотри. Они сейчас поубивают. Смотри. Да. Ай, пауэршот мимо! А так бы умер сейчас лич. А он и так умирает, смотри. Да, так же надо играть аккуратнее. Ну, ладно, 1-3, 2-3 сейчас размен был, по сути, еще более-менее нормально. Но, учитывая то, что они сбили Аэгисов и Мортал, можно сказать, что для команды ФС эта драка вышла вообще, типа, очень круто, скажем так. Очень круто. Нет, там просто, ну, как я думаю, там Бесмастер затупил. Нереально. В том смысле, он зашел на ХГ, включил сразу пайп, и... Пацаны просто подождали 5 секунд и вкинули все свои скиллы. Типа уже пайпа не было. Ну да, может быть и такое. Но на самом деле, если бы там еще аппарат попал хорошо, там бы все умерли. Он по трогим аппарат. А он только трассой попал, в том и дело. Нет, он попал чистым демоном, ну, своим. Ну, я просто не заметил, чтобы там урон нанесся, вот в чем дело. Он в ДК, в Чена попал, еще в кого-то попал. Вот трассой точно, да, я видел, что по троим попал, а вот, типа, нанес урон или нет, мне показалось, что не нанес. Ну, ладно, не будем спорить, все равно бесполезно, уже не разберемся. Что значит, на пиво спорим? Сейчас там, где Мирка, да, сразу, давай, завози. Завози, капуня. Так, что тут пишут? Ворвусь к вам на квале. А, ну, окей. Мы Вилата возьмем. И экстримчика, и этого. И о. Так, что-то у нас на киберарене писали. А, там вторая игра, что ли, начинается? В смысле, вторая половина. Второй полуфинал. Может быть. Ну, в общем, у нас пока заруба очень интересная. Потому что, несмотря на весь прессинг со стороны команды «Окно», мы видим, что ФС еще могут нормально сопротивляться. Ну, типа, не без шансов, скажем так. И Тайдхантер сейчас себе дагер закупил. Все равно, типа, вот файт прошел, все равно 14 тысяч так осталось за ними. Ну да. Сейчас вот посмотрим. Ну вот немножко что-то там где-то... На миллиметр. Да, волна скакнула вверх. Им раза два еще их надо всех пятерых принять. Причем не, ну, там... плотно, да, принять и постараться там тауэр один или два даже пропушить первые. Ну, хотя. ДК вон там сейчас в курице будет.
ход конем лететь. Да, там, да, там не то, что ход конем, там вообще ГГВП летит просто. Не, ему 17 уровень надо. Или нет? А, уже нет. 16, да, все нормально. Сейчас он будет просто уже. Просто я смотрю, он 16 уровень летает в своей форме. Я думал, он не прокачал, понял. Запоролся. А, ну я понял. Ну просто походу, что грейд апнул. Так как с Фанником вчера играем на расте. Пацан 6 уровня, не вкачал, понял. А, варды? Да. Он хекс прокачал, ну, не два. Нормально. Остало. На опыте. Это ж Фаник, он же скилловый. Может себе позволить. Что там Квапа? С аганимом, хорош. Ну только 16-го нет. Сколько она урона? 360. Ну как бы это в копейке вообще. При таком количестве 360, здоровья. А это 300, ну ну типа... Ну просто прикол в том, что даже вот по левелам там снайпер 15, да, хорошо, скоро может быть. Когда я вот снайпер сейчас посмотрю, может. Да. Ну в этот раз я думаю, 16. Должен забирать Аегис уже ДК. Конечно, по-другому быть не может на самом деле, потому что сейчас ДК будет основной боевой мощью. Типа заходить просто без формы, подставляться, умирать, а потом да, с формы умирать, под там КБ уничтожать. В форме просто сносить в салат. Причем так? Он там и без формы еще успеет дело натворить со своими станами, там задувалками и прочей фигней. Типа да. Бесмастера есть этот, блин, даггер, он купился, не? А ну где он? Да, он с даггером. Сейчас, если грамотно, он запрыгнет и убьет аппарата, это будет ох как. Потому что аппарат им портит все в том смысле, то, что Чен не может хилять. Это для них самое убийственное. Ну да, да, у них там и Мека, и Чен, и они, по сути, мало чего могут сделать из-за того, что аппарат. Ну, убили, как убьют аппарата, так все, у них сразу там тает. Заультует, это все по барабану. Самое главное аппарата убить, чтобы он дал возможность раскастовать хил весь полностью. Потому что там реально типа идет пайп, грубо говоря, потом. О, мне опять подлагнуло. Идет пайп, там 400 дамаги, мека 250 дамаги, и, ну, там сколько хил Чена? 200, 300, 400? Ну да. Где-то так. Ну да, там типа 400 вроде на последнем уровне. Ну сейчас он 13 там. Сколько? Ну у него 300, да, 200, сейчас. Да, он сейчас 300. Ну и посчитать это все в сумме, это почти 1000 дэмэджа, 950. Это огромное количество. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что 950 дамаги выдержать, ну просто типа абсорбировать, это очень огромная цифра. Это рассказ Квапы, блин, ты не знаешь. Так, что так это почти весь рассказ, по сути. Это Тайтхантер. Это Тайта Растаст и Квапы рассказ. Что давали, что не давали. Да, да, да. То есть там только будет типа эффект от стана и все. Но вот от стана, как бы, они тоже на него клали, по сути, потому что там очень плотные ребята. И за полторы секунды они особо там, ну даже за две, они особо о, ничего снайпер с момом, чтоб ты понимал. Ой-ой-ой, это очень сильно. Не, это опасно, если, ну типа... Да если на него не обращать внимания, да, если да. На него забить, то снайпер может нарезать очень больно. Это никогда нельзя пускать из виду, там рейнджа хватает, он просто стоит вообще вне всего боя, то есть он вообще фактически не участвует нигде, но почему-то люди умирают, и... Потом почему выясняется, смотришь, ага, а там снайпер стоял, там 5 секунд просто вырезал все, что шевелится. В результате еще там сделал пару киллсов, собрал там какой-то МКБ или еще какую-то фигню и начинает убивать потом вообще всех. И потом начал убивать уже всю команду. Так, меня интересует вот этот файт, который сейчас будет происходить, потому что пацаны уже собрали. Совиные медведи, блин. Дабл дэмэдж еще. Ооо, как подставился здесь при PFO Battle. Нет у него денег на байбек, но влетает здесь хорошо. Нужно на развороте давать ульт. Дает Operation ульт. Папа, ну, успевает включить пайп и БКБ у Dragon Knight. И пока что мертвый один только Рексар. Да, и посмотрите, все почти фуловые у команды. Окно и полубитый. Но все-таки нет, посмотрите, погибает. ВР-ка погибает, Чен, и только одного Парейшина пока что забрили и разводят Dragon Knight, да, пытается тот задуть, но снайпер, снайпер, смотри, как нарезает жестко вот с краю. Вроде бы и всего ничего, но тем не менее, Dragon Knight сейчас должен умирать, да, у него есть Аегис. И хэдшот потрясающий от снайпера, уже unstoppable, сбривает здесь Аегис of Immortal, и нужен слоу, нужно чем-то цеплять Dragon Knight, нет, все на него забили, и линия выстояла, вышку даже не сбрили. О. Не-не-не. Что там? Что-то пошло не так у пацанов. Хьюстон, у нас проблемы. Может, они просто не видели то, что у Тайда даггер, я не пойму. Ну, типа, Тайд, он... да, на самом деле очень четко зарешал. Он все-таки дал аппарату кастануть, ну, свой ультимейт.
И так очень на нежданчик на самом деле ворвался. Там, видимо, никто не ожидал то, что Тайдхантер сможет так внезапно влететь и раздать люлей. Ну, это сильная роль там не поиграла. Все равно на 15 500. Ну да, да, вот мы видим, что фарм, типа, пока еще. Ну как, не пока еще, а мне кажется, так и будет до конца игры. Если, конечно, не будет опять же какого-то очередного переворота. Вся надежда, опять же, на снайпера. Сейчас снайпер, если там какую-то буризу купит себе, блин, он просто расстреляет всех. Ну да, у снайпера уже 2700, то есть он, в принципе, может сейчас себе позволить там какой-то демон эдж. Добавить кристаллис. Да, добавить, или кристаллис, да, лучше, конечно. Причем так и есть, да, вот тебе и кристаллис. Кристаллис, как по мне, это имбовый итем. Да, это очень жесткий артефакт. Типа, у него очень шанс большой, типа, за минимальные деньги. Да, смотри, тут опять сейчас забирает эндж на парейшена. Нет, подхиливает его, но все-таки много, слишком урона. А, снайпер под момом. Снайпер под момом просто уничтожает. Еще под БКБ здесь ДК уходит. И Меник успевает все-таки заюзать. Да, посмотрите, Лич уходит с горем пополам. Папа Лич тоже еле уходит. Снайпер, снайпер, нужно снайперу отсюда валить. Снайпер нарезает краешку здесь. Чем, еще и хэдшот заряжает. Да щик, папа сбривает. Сима, хорош. Давай, еще сейчас крота будут забривать, скорее всего. Так, мне там Дагаш еще 3 секунды. Ну, с третьего раза тавер забрали. Но это далеко не самый лучший результат, скажем так. Да. Они должны были вообще, по-моему, с первого раза забирать. Не, сейчас Квапа просто уже сейчас Хекс соберет и начнет жарить, тем более у него уже. О, еще и Тайдхантер здесь сейчас тоже пойдет, там гаш, все дела. Стигме главное сейчас особо не подставляться, просто пойти сейчас дать еще, например, один Scream of Pain. Оооо, найс пауэршот от крота. Вот 200 крит просто. Такой, типа, здрасте. Не, пауэршот был просто отличный. Все, минус первый тауэр пошел. Все, и пошли просто сейчас... Сейчас, сейчас реально, смотри, снайпер идет, убивает наверху, внизу, там везде вышечки побрил. Даже если это будет не снайпер, а просто команда. У него уже почти буриза. Да, у него уже почти буриза. Здесь свитка за 1000. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, короче, мы разойдемся на одной бутылке пива с тобой. Ну это еще не факт, да. Может быть что-то произойдет такое, что снайпер забреет, у него не будет денег на байбек и типа все. Да честно, тут уже походу ничего не произойдет, если там гиперстол в куре у Скоржей. А, это кераса типа, я так понимаю. Ну да. Не, ну тут если они грамотно сделают теперь уже, ну, короче, эти сенты увидели то, что они могут с ними драться, и они сейчас просто возомнят, ну, типа, да, да, мы можем, и будут начинать выходить с базы. Если пацаны на этом их подловят, смоки где-нибудь кого-нибудь минус 2, тогда... Да, тогда будет заявочка на победу жесткая. Ну, снайпер тут уже нормально, смотри, я же говорил, то есть две вышки снайпер забрал, у него уже 3500. Вот он сейчас думает, покупать или не покупать, я думаю, что, наверное, не стоит, лучше пока сэкономить, когда будет уже на готовую там буризу. Сколько вот у него сейчас байбек стоит? 1126. В принципе, еще достаточно дешево, скажем так. Ну да. Не, сейчас смотрел, еще чуть-чуть постоять себя на месте, подфармить под базой где-нибудь. Ну, да, типа... летит к нему демон эдж. Ну и все, буризову у снайпера уже есть. Хорош пацан. А, вообще-то я на стигму ставил. На квапу. Как я мог на квапу на свой не поставить, слышишь? Ага, начинается, да? Я просто вспомнил. Ну-ну, давай. Кто-то мне там ручался. Да ладно, чё? Все равно, пока 2-0. Ну да. Это все равно пока забей. Все равно в конечном итоге пиво пью. Кто? Я. Всё. А ты посмотри теперь графа по фарму. Сколько? Ну, было 15 тысяч, сейчас уже, точнее, чуть больше 15 тысяч было. Сейчас уже активно спускается вниз. Да сейчас еще один замес. И все. Не, сейчас решающий замес. Ну да, я думаю, что это, наверное, один из самых ключевых, одна из самых ключевых драк сейчас будет, потому что первый заход на ХГ был, грубо говоря, показательным, то есть он показал команде ФС, что они не безнадежны, то есть, скажем так. А сейчас уже этот замес будет таким знаковым для команды Окно, потому что если они сейчас не пронесут, то это уже будет знак того, что они практически безнадежны, что-то в этом духе. Потому что Dragon Knight, он, да, он крут, но ему не дают даже подойти близко никому. Его снайпер с момом, с мальтой расстреливает, он даже до него не дойдет. Так да, вот я же о чем, что тут просто не успевает ближе к телу подобраться. Ну вот снайпер где там? Да, вот снайпер, все, буриза, погнал, 200
40 дэмэджа, криты по 500 сейчас и полетели. Ну вот эти вот на квапе тревела, что-то мне не сильно нравится. Не, вот ну, это сейчас, и вот это сейчас тупость идет, то что они хотят зайти снизу, как по мне. Потому что на миде уже тавера нету. Ну да, да, не будет но большого количества нет, урона. Разницы нету, на миде или снизу заходить. Какая разница? Но там тавера нет. Не, все равно на 15 с чем-то обгоняют. Потому что они зажаты на базе. Папа должна он топ уже там к таверу подходить. Она же с тревелами, алло. Ну вот она пока там пушила, а потом сразу же вернулась обратно. Вот в чем дело. А что она вернулась? Зачем? Они же к базе еще не подошли. Так, что там? Пауза. Вот это уже интересно. Бестмастер решил обговорить тактику. Да, я пока посмотрю, что у нас тут в чате. Говорят, это просто. Я сказал Каспа на FS ставить. Хорошо. Так, пора кого-то кикать с канала. Какой ты злой дубас. Да, друзья, заходите в Мирку. Канал для общения Каспер с тремя R. И там у нас, собственно, сейчас будет проходить обсуждение того, что мы здесь вообще наблюдаем с вами. То, как команда FS, кажется, вытаскивает игру. И то, как команда Окно, кажется, расслабила булки. Да, Кирас уже, кстати, есть у Dragon Knight. Да, ВРК теперь уже со своим запаком не особо впечатляет. Может, у нее что-то в курице там есть? Да вроде не должно быть ничего. Нет, нет ничего там в курице. Тут, кстати, пытается забрать сейчас Рошана. С Рошана тут тоже капает. С него уже сырок выпадает. Да, кстати. Сырок это очень больно. Сильно ли он порешает или нет? Ну, ульт аппарата не дает заюзать сырок. Он не регенит. Серьезно? Сырок. Только ману? Да. Жестко. Мне нравится шеклшот на этом, на Рошане. Такой вяжет прям с ног до головы. И никто ничего не забирает, и сыр и это все лежит. Ну, типа, да ладно, пусть лежит. Чен забрал, че там, чен. Ну, может, так чисто сейчас пойдет, отдаст кому-то. Просто у всех вообще слотов нету. Ну вот опять Бестмастер с Аегисом. И опять Dragon Knight будет. Все равно скажи выиграть. Прилюбок. Ну вот опять Dragon Knight будет в роли груши для битья. Пацаны просто сидят на базе. Ну, вот с Кашам можно сейчас просто выбрать тактику фарма, просто выфармить по 6 слотов, 7. Ну да, 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 вот в чем дело. Что если сейчас FS не начнут пушить, они просто до этого поняли, типа, ага, нас пушат, мы позащищаемся, там, похалявим. А Тирих не пушат, и они сами никаких действий не предпринимают. Ну, разве что Квапа что-то более-менее до реки выходит, и все, да, дальше да, реки да, уже да, не перемещается. Да, да, то, что у нее типа тревела, вот она и выходит, потому что... Типа, если что, я все равно уйду. У нее там блинк-блинк, домой там и так далее. Вот. Все, крипы дальше реки да, пошли. Да, все, дальше реки, типа, вот сейчас они там опять на углу встретятся, и на этом все закончится. Да, ну снайпер потихонечку... Хотя нету денег еще на байбек у снайпера. Нету, нету. Ну надо, надо ему дофармить эти деньги. Не знаю, сейчас масс БКБ пособирать бы пацанам. Ты имеешь в виду окно? Угу. Ну да, но на БКБ, в принципе, ну деньги нужны, деньги. Ну, в смысле, бестмастеру ВРки. Че там, виномансер ульт с этим вкинул, все, это да, уже. Да, они могут умирать нет. Уже спокойно, по сути. Тем более, Чену для того, чтобы там что-то активно принимать участие, даже в бою, по сути, быть не надо, там если что, крипками или там хил подкинуть. А тут смотрю, Чен уже выходит на Хекс. Чен на Хекс выходит. И непонятно на что виномансер. Виномансер опять сдох. Или не, не, не пошла Квапа, засцала. Да, игра года, говорят, это точно. Не, ну если они сейчас реально будут так дальше фармить, то, мне кажется, да, шансов не будет у FS. Ну, он там ДК все правильно делает, он там дабл, трипл РСП мутит себе на все. Дополнительный свой фарм. Ух, там а? Уже нормально там. Сколько там? Уже? 3 или 4 РСП? 4. 4 РСП. Ну, это маловато, но все равно. Ну хватает. Да, но все равно сейчас пойдет, там зафармит, будет еще денежка лишняя. А я думаю, лишней не бывает. Я же думаю, он без формы в зафарме-то. Ну да. Или под формой. Под формой это. 4 РСП формы тратить на это.
Ни о чем. Так, у него денег, ты видишь сколько? Да, видел, там 3000. А, 4. Интересно, что он будет собирать? Мне кажется, он будет собирать большой-большой байбек. Не, в принципе, что ему еще надо? БКБ Буризу. Есть. Да, возможно, что-то на дамагу. Типа буризы. Типа сплэш нереально огромный. Да, сплэш у него и так, типа, интегрированный. Hand of God. Интересно очень, к чему все это приведет. Почему-то мне кажется, что сейчас реально вот... вот чем отличаются хорошие команды от плохих? Тем, что хорошие команды знают, в какой момент что от них требуется. И они делают действия. Они не тормозят, не стоят на базе, бегают там по карте, гангируют и так далее. ФС увидели, да, мы защищаемся, типа, ну, мы что, дурачки, будем сидеть на базе у себя. Ну, а остальные просто фармят и, в конце концов, не кажется... Так они фармят, посмотри, они все фармят полностью. Да, тут просто вся карта, вот, обратите внимание. Вся карта скоржей. Тут, везде скоржи, просто по всей карте фармят. Всех эншентов, оба леса, все линии, то есть все выфармливают. А, сатаник у Dragon Knight'а. Тащи. Ну, типа... такое. Ну, пойдет. Ну, в принципе, нормально. Ну, 40 рублей там 3к хп. Ну, у него за счет того, что как бы ни много ни мало, а 47 армора, вот за счет этого он выезжает очень плотно. Там 73% сокращения физического урона. Да ему снайпер не даст стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой, Тайдхантер! Ну, там посмотри, там просто Виномансер кинул свою ульту, там, блин, сдыхают все. Ну да, да, там Лич, он вообще, он сам по себе... А, у Лича всего 1300, да, понятно, там, в принципе. Боже, Стигма... Квапа чуть не умерла. Так, Квапа там чуть не умерла, ну, понятно. И Лич тоже по 100 хп от одного Виномансера. Ну, типа, Виномансер... О, там Мирочка наконец-то начинает общаться, да, подключайтесь, друзья, все, сейчас аппарат там что-то быкует со своими ультами. Он лежит ДД, ДК, пойди возьми, пойди их застрели. О, Квапа. Ой, это Квапа, это ВР-ка с Гуинзи уже. Да-да-да. У ВР-очки уже есть Хекс. Но то, что сейчас у Dragon Knight'а нету байбека, вот на этом можно было бы еще как-то поймать, попытаться. А снайпер сейчас себе потихоньку так, может, и баттер какой-то подфармит. Ну, если будет баттер, это будет очень... Хотя, ну, не знаю, у него для атак спида особо ему не надо. Потому что у него мом есть. Может, какой-то МКБ будет. Не знаю. То есть, в принципе, его как бить никто не бьет. Атак спид у него мом есть на атак спид. А МКБ поприятнее, наверное, будет. В плане дамаги. По 600. Остреливает. Да, он очень больно там сейчас бьет. 4К. Ну, просто там с монтой реально будет очень... злостно нарезать. Там от одних иллюзий вот эти вот саппорты всякие, там абсолютно там, ну чем понятно, будут умирать вообще просто моментально. Смотри, смок сейчас будет, да? Да, нет? Должен быть смок. Вот, смок, вот. Наконец-то активные нет, так, действия. Так, ну вот они идут за вот этим персонажем. Да, за Стигмой. А Стигма понял, что, мол, о, дело пахнет писюнами и все, и валить отсюда. Ну тут самое главное, чтобы они вдруг не пошли сюда, потому что тут он, вардик стоит. Где именно? На миде, сентри стоит. А, на миде, да, на миде сентри. Где он тут? А, вот он. Вот они смог включили и стоят в своем лесу. Квапаш никогда в жизни сюда не подойдет. Блин, что поделать. Хотя, смотри, тут... А, в ответку. Ой-ой-ой-ой, вот это уже очень интересно. Главное, чтобы сейчас снайпер, он же Зара, не высунулся да. Впереди всех. И если сейчас поймают хоть кого-то из ФС, что там по деньгам, если байбеки, Стигма нету. Там байбек только у Operation, который ему нафиг не упал. Так что, по сути, опа, Виномансер. Пошел врыв, сейчас ловят здесь, Виномансера пойдет под хил, врывается Рексар, залетает чайник, Лича, ульт от Квапы, хорошо, и Тайдхантер тоже здесь, минус 2, размен пока что 1-2, Квапа умирает также Веник. Бисмастер спаунится со своим Аэгисом, умирает все-таки. У снайпера Operation. БКБ. Operation... А? У снайпера БКБ, говорю. У снайпера БКБ? Хорошо. А. Ну.
У БМа был Аегис. У БМа был Аегис. Аегис сбили. Operation выкупился. То есть сейчас все равно будет Ultimate от аппарата через там 17 секунд. Там байбекнулось, еще Виномансер бежит. Да, и квапы нету. Вот это самая жесть. Нету квапы. Да. Ну, я думаю, это бараки должны упасть. Бараки должны, по идее, падать. Так, пошел култфит. Там посмотри ДК вообще. Там ДК просто должен просто стоять и убивать. Да, посмотри, ловит здесь лича, немножко цепляет, но глиф заюзан. Так, Рексар врывается, попадает трассой по двоим. Engine Operation входит, Тайтхантер и Зару поймали! Поймали Зару, Wicked Six сбили. А он БКБ купил, у него денег. Он БКБ купил, у него денег не было, друзья. Это ГГ. Это минус трон. Это минус трон, по идее, должен не, быть. Не, пацаны, мега-крипов хотят сделать. Однокровные, да, мега-крипов хотят сделать. Да пойдите, снесите швы трон. Ну реально, может, просто по миду было пойти и пронести все к чертям. Ну ладно. Так тоже можно. Да, да. И бегут на топ. И в конечном итоге еще уйдут. Ну тогда так и будет. Сейчас увидишь. Скажет, пацаны. Снайперу 40 секунд, мы не успеваем. Уходим. Да уж, но вот снайпера поймали вообще не в тему. И... Я не понял, зачем ему этот БКБ. Ну, БКБ, да, он типа если денег даже не было. И у него, в принципе, у него уже есть дамаг. Его, опять же говорю, типа, особо никто не трогает. То есть его задача стоять сзади и нарезать. То, что он куда-то полез там с этим БКБ, это уже его проблемы. Right. Да, снайп вообще не очень все сделал. Хорошо начали, хорошо тащили, но, видимо, не дотащили. Вовремя поняли, что надо сидеть на базе, ну, потом передумали сидеть. Да. И пришли один раз. Не, ну они когда вышли, типа, один раз, у них еще все более-менее получилось. Вот когда они потом уже пошли. Ну, сейчас, смотри, снайпер, в принципе... А, он стреляет пока? Да, он чем-то там убивал. ТК. Ну все, друзья, команда «Окно» получает квоту на участие. А я получаю 3 бутылки пива. Да, Дубас получает у нас 3 бутылки пива в результате этого стрима. Моего проигрыша, да? Так, только что-то у меня неправильно было подписано, кстати. На протяжении всего этого времени команды были неправильно подписаны. Окей. Сейчас я... Окно. Сейчас я все исправлю. Да, да. Тут один. Вот. Вот так. Вот такие у нас дела, друзья. Сейчас я вам загляну быстренько, что у нас в чате происходит. Где там... О, в стиме там что-то народ писал маленько. Да зря, надо было деньги на байбек оставить. Конечно, конечно, надо было деньги на байбек.